В эфире британского телевидения вышло популярное предновогоднее шоу. Его гостями стали 37-летние Кейт Миддлтон, и принц Уильям, принц Вильям. Событие состоялось в лондонском театре Палладиум. В этом году ведущими оказались известные стендап-комики Рамеш Ранганатан и Роб Бекет. Королевское эстрадное представление почтили своим визитом герцогини и герцог кембриджские. Однако им пришлось вынести ряд неуместных и излишне фамильярных шуток от артистов. Автор собственного шоу на BBC Ранганатан нацелился на детей пары, 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи. Он сравнил себя с королевской четой. «Вы, как и я, благословлены 3 детьми. Я представляю, что каждое утро они забегают в вашу спальню. Вы смотрите на их прекрасные лица и говорите: «Господи, и за что нам это?» – пошутил комик. Затем к нему подключился Бекет. Он также иронично обратился к Кейт и Уильяму, которые находились в ложе зрительного зала. «Спасибо, что пришли сегодня вечером. Вы на свидании. Это захватывающе. У вас есть няня до полуночи или 1 часа ночи. Это стоит дополнительных 20 фунтов», – высказался Роб. Кейт и Уильям продемонстрировали королевскую выдержку. Несмотря на то, что шутки явно были для них неприятны, они пытались сохранить улыбку на лицах. Однако поклонники пары пришли в негодование. После выхода шоу в эфир многие высказали возмущение в адрес ведущих, которые допустили столь некорректные шутки в адрес монарших особ, сообщает Экспресс. Бедные Кейт и Уильям. Им пришлось посидеть на одном из самых позорных королевских шоу эстрады, которые я когда-либо видел, за исключением нескольких действий. Это было чушью, меня смущает, что Кейт и Уильяму пришлось терпеть это всю ночь, абсолютный позор, возмутились британцы в соцсетях. Королевская пара отличается щепетильным отношением к тому, что касается их детей. Кейт недавно отчитала ведущего, который пошутил о Шарлотте. Тот язвительно высказался о первом дне принцессы в школе.